Выпускной, как настоящий бал, должен быть у каждой девочки. Правда, возможность купить красивое платье и туфли есть не у всех. Поэтому благотворители фонда «Добрая надежда» решили помочь принцессам из малоимущих семей и подобрать для них вечерние нарядные платья на выпускные вечера. Акция «100 счастливых выпускниц» продлится весь май и завершится 10 июня. До этого времени можно принести в благотворительный магазин «Добрая одежда» наряд, который давно пылится в гардеробе. Девочкам он очень пригодится. Уже 35 платьев есть. С благополучателями проблем тоже не будет. Платья и туфли разъедутся по всей области. Малоимущие семьи порой сейчас выживают и даже не хватает денег иногда даже на еду. А платье выпускное стоит от 5000. Ну, какое-то, конечно, попроще можно купить и за 2, но это действительно непосильно для бюджета малоимущей и особенно многодетной семьи. Поэтому мы считаем, что это такая вот добрая, красивая акция, чтобы позволить и девушкам из малоимущих семей почувствовать себя красивыми. Если магазин откликнутся, мы будем счастливы вдвойне, потому что, наверное, надеть новое платье неодеванное – это вдвойне приятно. Поэтому мы призываем всех нам в этом помочь до 10 июня. Мы очень благодарны стилистам текстильной академии, которые откликнулись на то, чтобы помочь нам их собрать. То есть это действительно ребята придут и помогут. Чтобы это было не просто абы какое-то платье, которое просто село, чтобы это платье село идеально, чтобы она действительно почувствовала себя вот красивой, уникальной и, ну, правда, Золушкой. Давайте все будем крестными феями.